просто как бы пустое место туда вставлять. Просто показывают, какие читы могут быть, как их вводить. То есть есть вот формат 4x4, между ними тире, а есть формат 6x4, между ними двоеточие. Такие вот коды бывают. И вот покажу сейчас вам, кому надо, пользуйтесь на здоровье. Вот бабосики я назвал. Это 50 тысяч тамошних долларов, точнее золотых. Вот так выглядит чит. Три буквы F, дальше цифры 0,28, дальше двоеточие, дальше буква C и 350. Здесь же можно переименовать, если я тыкну на верхнюю часть. Вот здесь можно переименовать. Код можно поменять. Ну, это, в принципе, не нужно. И можно этот чит удалить. У меня было много, я пробовал много читов. Штук, наверное, 8 разных. Вот. Но оставил 2 необходимых. И есть чит неуязвимость. Чит неуязвимость уже из другой серии. 4x4, между ними тире. Вот, записывайте и пользуйтесь, кому надо, на здоровье. А, в принципе, вы знаете, в эту игру можно играть просто с включенным читом бабосики. Вот, кстати, читы можно включать и выключать. В эту игру, в принципе, можно играть даже без читов, но это будет сложнее. Играя с читом бабосики, ну, в смысле, 50 тысяч. Кстати, они, по-моему, даже не кончаются, скорее всего. А может, кончаются. Сейчас попробуем что-нибудь купить. Да? Попробуем что-нибудь купить. Вино 30 золотых берете. Вот, конечно, вот и сразу видно, сколько у меня денежек, да, у вас 50 тысяч З. Да, беру. Ну вот, здоровье, я взял винчишко. Да, да, 50 тысяч, они не заканчиваются. То есть, я могу купить шмот какой-нибудь суперский за 50 тысяч, я думаю, его здесь нет такого. И у меня нифига не закончатся деньги. Это просто отлично. Thank you.